Добрый день! Сегодня на уроке хореографии мы продолжаем нашу разминку у станка. Сейчас мы встали в третью позицию, затянули наш корпус, ручку вывели в сторону. Сейчас будем работать ножкой. Нога должна подниматься на уровне 45 градусов. Сейчас будем делать удержание и работа стопой. И приготовились. И раз, удерживаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Работа стопой. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вернули в позицию. Далее в сторону приготовились. И раз, удержание. Стоим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Работа стопой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Увели ножку назад. Приготовились. И назад. Раз, затянутая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Стопой работаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вернули в позицию. Сейчас ножка в сторону. Опять у нас должна доработать нога. Обязательно в сторону. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Стопа. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вернули в третью. Следующее упражнение мы будем повторяем все то же самое, только опорная нога у нас левая будет стоять на ролеве на высоких полупальцах. Поднялись и раз, стоим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Стопа. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Опустили в позицию. Выводим ножку в сторону и раз, стоим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, стопа, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Назад увели. Приготовились. И раз, стоим, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Стопа, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Работаем в сторону. И раз, на высокие ролевые стоим. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Стопа. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Опустились. Обратите внимание, что на ролеве, когда вы становитесь, высокие полупальцы, поднимайся. Софья, у вас должна поднята быть пятка максимально высоко. Далее приступаем к следующему упражнению. Ручку можете поставить на пояс, либо вывести в сторону. Из третьей позиции мы выводим на высокий носочек. И раз, вперед, вперед, носочек касается пола. И нашей рабочей ногой мы делаем полукруг. И раз, зафиксировали, два, вернули в позицию. Колени не сгибаются. Еще разочек. Назад выставили ножку. И раз. И полукруг доводим. И два, резко в позицию. Еще раз. И раз. Полукруг. Два. И раз. И два. И раз. Полукруг. Отлично. Остановились в позиции. Далее переходим к следующему упражнению. Наша правая ножка выходит на носочек вперед. И раз. Через полуплие. Раз. И два. Левая на носок. Три. И четыре. Приставили. Теперь в сторону. И раз. И раз. И два. Три. И четыре. Приставили. Назад работаем. Раз. И два. Три. И четыре. Приставили в сторону. Раз. И два. Три.
И 4. Приставили. Спасибо, Софья. Всем хорошего настроения. Занимаемся, не расслабляемся.